Хорошие. Итак, ответы на вопросы, которые я задал под своим постом в Фейсбуке. Мои дорогие, завтра будет вебинар по эзотерике в честь дня рождения моей мамы и дня рождения мамы Сониной. Задайте мне вопрос интересный. Итак, Наталья Воронина задает первый интересный вопрос. С днем рождения, великие женщины, так как явились миру и вдохновлять человека, дано лишь избранным. Это точно. Уважаемый Андрей Андреевич, каким образом можно убить в себе мать? Убить в себе мать — это значит быть неверной своим детям человеком. Что делает мама? Я хочу вам сказать, что мама с ребенком своим всегда связана внутренним состоянием или внутренней родовой кровью. Что может сделать мать для своего ребенка? Каждое утро она может сложить вот так руки и сказать, допустим, ребенок пьющий. У ребенка плохие отношения с миром, он не может устроиться на работу. Она вот так ставит ручки и говорит: пусть у моего сыночка там Валика, все двери перед ним открываются, на работу, чтобы он быстрее, работу, чтобы быстрее нашел, пусть он нравится людям, пусть он нравится девушкам, пусть девушки идут навстречу, пусть друзья дурные исчезнут от него, пусть только хорошие друзья будут. Пусть в его жизни появляется свет, пусть у него появляется ум для того, чтобы обучаться, пусть дурные мысли его покидают, пусть он будет более успешным, пусть не будет неряшливым и так далее. И мама, вот такими молитвами их можно назвать, или выпрашиваниями, может помочь очень своему ребенку. В случае, если она направляет в его сторону еще и любовь внутреннюю, как бы теплое чувство, нужно правильно говорить, теплое чувство по отношению к нему, то в его жизни появится еще и материальное благополучие. Таким образом, вот что нужно делать. Это и есть быть матерью. Это иметь желание помнить о том, что есть ребенок, и желать этому ребенку чего-то хорошего. Напишите 1000 желаний, сложите руки и думайте об этих желаниях для вашего ребенка, произносите их вслух. Мать может изменить своего ребенка даже вот такими мольбой, выпрашиваниями. Хотите молиться какому-нибудь Богу, пожалуйста, можете обращаться там: дай мне Бог, там, и сказать там: Аллах, Иисус Христос, я не знаю, Будда. Можете без произнесения этих слов просто попросить мир, чтобы он для вашего ребенка создал другую судьбу, ту, которую, на которую рассчитывали вы. Бог любит слушать матерей, потому что они относятся к своему ребенку тепло, и ребенку, которого любит мать, всегда дается еще шанс. Не убивайте в себе.